Всем привет, с вами сегодня я, Нико. И сегодня я расскажу, как скачать моды на Payday 2. Сначала заходим в свойства. Локальные файлы, посмотрите локальных файлов. Создаем тут папку mods. Заходим в WhatsApp. И создаем тут папку вот mod overrides. Без этой папки моды не будут работать. Сейчас вам покажу, где и как скачать моды. Ссылка на сайт с модами в описании. Так, перевести. Вот, допустим, я хочу скачать мод на скин на оружие какое-нибудь. Вот оружие. И выбираем тут любое оружие из Payday 2. Так. На винтовке. Вот, например, меня интересует что-то здесь, ну, аук. Вот, например, я вот хочу, например, скачать вот этот. Так, извините. Так, нажимаем скачать. Вирусов тут нету, сайт проверенный. Потом нажимаем запустить файл. Вот, видим вот эту папку. Потом заходим в папку mods. Переносим сюда этот мод. Также заходим в mods. И вот сюда и переносим также. Все, мод должен работать. Если мод не работает, то вы неправильно написали файл папки. Или мод уже не сам не рабочий. Также, допустим. На что еще могу мод скачать? На CAR 4. Так. Как что вот тут? Да, вот эти. Не туда зашел. Кавай автомат. Также нажимаем скачать. Ждем, пока скачается. Тут могут быть видео или сами вот скриншоты оружия. Нажимаем, также вот заходим в mods, mods, accept и перекидываем. Тут также есть моды на этом сайте не только для оружия, также есть для изменения интерфейса, изменения противников. Сейчас вот покажу изменения противников. Так, вот, например, бульдозер. Вот тут также можно поменять вид бульдозера. Чё тут? Вот. Скачал вот этот мод. На бульдозеров. Хотя, чё-то, в принципе, он мне не понравился. Сейчас что-нибудь посмотрим. Ну вот, например... Вот это вот можно. Вот этот мне нравится. Нажимаем скачать. Открываем. И переносим. Название папки я напишу в описании также. Вот этой вот папки я напишу название в описании, чтобы моды могли работать у вас. Это можно закрывать уже. Вот также вот. Также можно тут. Сейчас переведу страницу. Также можно тут вот менять музыку, звук эффектов, кокеров звуки менять. Может скачивать специальные моды на новой миссии. Материалы, можно маски скачивать, интерфейс, вот, тут все есть. Оружие, даже машины там. Нет, модификация вот специальная, которая добавляет некоторое оружие новое, новые предметы. Так, теперь я вам покажу сами моды, то что они работают. Запускаем Payday. Стоп.
закрываем, потом запускаем. Сейчас у меня, по идее, прогрузится. Сейчас я, по идее, в оконный режим сделаю, потому что я не знаю, видно или не видно вам сейчас, но я в оконный сделаю. Так. Теперь, по идее, должно было должно видеть. Ну, у меня уже моды так стоят, но, по идее, два, как вы можете заменить. Изменю интерфейса и карточки. Так, заходим в инвентарь, винтовка, мод я скачивал на AUG, сейчас найду AUG, вот AUG, модифицировать оружие, да, скин работает, просто нужно мне убрать приклад, вот как видим, скин работает. Сейчас забыл скар посмотреть. Так, модифицировать оружие. Так, что-то скин не работает. Насадка. Так, это может из-за модификации. Сейчас новый куплю, посмотрю. А, скин работает, вот все. Это из-за модификации его не показывало. Потому что некоторые модификации убирают, меняют саму структуру оружия, меняют вид. Так, поэтому может скин не работать. Также у меня был кейс, сейчас который я открою. Посмотрим, что выпадет. Вот он. Да. Ну тут такие скины не очень. Ну ладно, все равно. Посмотрим, что выпадет. Ух, то есть фиолетовая выпала. Мамочка. Так себе, мамочка, конечно. Сейчас посмотрим на эту ямочку. Вот энка. Вот сейчас у меня скин стоит и вот так вот. Ну, вроде нормально. Сейчас только прицел надо поменять мне. На этом все. Я вам показал и рассказал, как устанавливать моды. Всем до свидания. Пока.